какое поле. Вот, кстати, с этой стороны одуванчиков больше. Привет, Женька. Здравствуйте. Привет, Дим. Дима? Помаши, помаши, Дим. Привет. Помаши в камеру. Некогда. Да. Такое у нас поле одуванчиковое. Нет, кстати, с этой стороны их почему-то больше, чем с той стороны. Вот. А вот здесь вот были цветы раньше. А что тут все заросло уже? Косят еще плохо. Косят? Ну да, до того лопухи. На лопухи. А помнишь, как здесь было до этого? Огромные такие. Здесь было вообще по метру, а не по 2 метра, по 1.5, наверное, были. Да-да-да. Лопухи. Здесь вообще кошмар был. А скосили хорошо, все почистили, выковырчили. Чуть-чуть осталось. Чего нравится? А полянка лучше, вон, смотри. Одуванчики, красиво. Фонтан бы вот сделали, сквер какой-нибудь с колясками гулять. Да, это, кстати, по-моему, калины я смотрела. А какой запах, чувствуешь, Жень? Ему, может, даже повезет, в подъезд зайдем. Зачем? В этот вонючий подъезд? Ну, интересно. Да ну нафиг. Подъезд. Вон сирень. А мы сирень сегодня купили. Ну, они только начинают расти. То лопухи начинают расти. Ну, чуть-чуть остались, а было их вообще усеяно все поле. У нас сегодня большое с вами путешествие. Сегодня мы идем на старую квартиру. Мы здесь рядом жили. И потом кое-куда еще. А как приходишь в какое-то старое место? А здесь я квартиру, смотри. Когда приходишь куда-нибудь с места, где ты жил раньше, сразу воспоминания какие-то всплывают, которые ты забыл уже. А, поэтому ты идешь туда? Не, ну за воспоминаниями? А мы за воспоминаниями. Вот тут раньше жили. Нет, нет. Нет, еще не дошли. Сейчас мы тебе покажем. Ну, далеко. Нам еще идти. Да ладно, далеко ты что? Ну, не очень далеко. Тут идти-то, господи, 20 минут всего. То и меньше, кстати. Все рядышком. Он какой палисадник. Дорожки даже. Кирпичиком все выложено. Продаю. Самара. Что там чистит? С той стороны дорога. И как она называется, машина стоит? Стоянка. Тут как красиво. Вот это прям место мне очень нравилось. Я, по-моему, приходила гулять сюда с Димой. Петуньи, вон там цветы всякие. Здесь тоже, здесь кормушка. Вот тут очень красиво. Ну, асфальт плохой. Здесь асфальт класть надо. Посмотрите, как будто прям заходишь. А здесь же, помнишь, забор был раньше? Здесь был забором заграждено. И был маленький домик стоял несколько лет назад. Да, отломали. Да. Разломали домик. Здесь, видимо, наверное, кто-то себе участочек. А, ну, он остался забор чуть-чуть. Какой-то домик. Домик, здесь кто-то жил. Летом хорошо, здесь вот так маленький. Вот тут где-то был. Угу. Дом сдан. Такое вот прекрасное здание у нас простояло 10-15 лет, недострой, долгострой. И в 17-м году, начало 17-го, его достроили. Ближе к 17-му. Продажа. А, нет, написано продажа, аренда, продажа. Там открылся Озон, цветы, цирюльник, парикмахерская, по-моему. Детские какие-то, пиво, что-то еще, гелевые, а, он гелевые шары есть. Женя, а там гелевые шары есть. Где? Вон, там можно шарик Диме купить, надули, чтоб.
Или это дорого? Лапусики. Да. Он на потолке висел, Мишка, долго. А потом он спустился посреди комнаты, если как привидение. Да, это было прикольно. А, кстати, он остался у тебя, нет? Я не знаю, где-то был, не знаю даже. Носится. Там библиотека. Ба, все, смотри, на самокатах все поехали. Аж четверо друг за дружкой. И тут, я, кстати, куча. Пьяного мужика видел. Да что, самокат, ты пьяного мужика видел? Самокат упал. А-а-а. Сладости для радости. Дима, спокойно иди. А он там творог-то покупал. Я ну да. Вот тут мне прям очень-очень нравится. Асфальтированная дорожка, дом. Газон, смотри, у них там газон прям. Посаженный тут газон, дом отремонтированный. Смотрите, классно. Мне прям очень нравилось, я помню, тут проходить летом. И зимой здесь очень красиво. Сирень, смотри, молоденькая. Совсем. Я и говорю, травка какая. Газонная. Сиренью пахнет. А вон там... А запах какой? Ты чё? 10 копеек всего. А я 2 рубля нашла. Там 10 рублей. А 10 рублей? А тебе фиг. Здесь тоже цветет красиво. Лавочка. А тут смотри. А, вот он, забор старый. Там что-то переплетенное цветет. А там, смотри, что цветет на этом. Растет. Вот на этом, на трубе газовой. Это что такое? Виноград. Лианы? Пришли на фонтан, а фонтана нету. Вот здесь вот, да, вон там же, Дим. Вон там, вот тут вот дырочки. Вот тут дырочки, был фонтан раньше. Там, а там вода есть, кстати. Он может вечером... Дима, пальцы не суй. Был фонтан и нет фонтана. Может, он вечером включается? Там вода есть в нем. Вот так красиво выглядит. Дима! Ну, пошли тогда на ту площадку. Ну, давай походим, прогуляемся. Что-то в тени уходишь. Вот так красиво. Пришли мы в парк Крымский. Крымская площадь. Дима, пальцы не суй туда. Там вон вода есть. Есть? Есть вода. Она, наверное, вечером включается, да, Жень? А вот это что такое, Жень? На коляске здесь не проедешь. Что это такое? Ходить надо туда. Дима, по травке ходить нельзя? Ну, по травке ходить. А вон там с малышкой пришли на пикник. Ну, правильно, с малышкой удобно, она не убежит никуда. Неудобно ходить. Такие лавочки красивые. Ой. Что там, откуда он взял камень-то? Здание, это, кстати, суд. А я один раз фоткал, тучи были черные, тут отражались, так красиво. Так, Дим, иди сюда. Дима? Вот это и так вот нога. О, как, слушай, он прям хорошо качается, смотри. О, классно. Ни один, по-моему, мне кажется, так не качается. Это новенький, наверное. С этой стороны. Рот закрой. А ты меня не снимай, подожди.
А я откуда знаю, что ты там собираешься делать? Зевать или не зевать? Все? Еще давай. Давай, давай, давай. Весь вот садик, смотрите, симпатичный. Такой. Бесплатно, да. А это вот... Да, такая бабушка старенькая. Что-то там сказала, не помню. Здесь вон детская поликлиника, в которую мы так и не попали. С Димой, когда Дима родился. Пытались, очереди. Все болеют. Здесь раньше стояло много колясок. Детская поликлиника, отделение второе. Здесь, кстати, вход сделали. А что другое было? Сирень. Дима, Жень, Дим, ну смотри сюда. За ним, а. Пошли.